Ученые, да помилует их Аллах, разделяют хада установления на два вида. Установления, связанные с шариатом, и установления, связанные с бытием. Шариатские установления бывают относительно того, что Аллах любит. И они могут как случиться, так и не произойти. Установления Аллаха, связанные с бытом, они обязательно происходят и могут быть относительно того, что Он любит, и также того, что Он не любит. Как может происходить то, что Аллах не любит? Его не спросят за то, что он совершает, а они будут спрошены. То, что случается, ширк, грехи, нововведения и эпидемии, так предопределил Аллах, и оно происходит по мудрости, которую захотел Аллах.